يتوضأ المسلم كيف يتوضأ؟ مسلمان делает омовение. Как он должен делать омовение? ينوي بقلبه. Намеревает в своем сердце. يسمي يقول بسم الله. И говорит بسم الله. يغسل كفين. Моет свои ладошки. يتمضمض. يستنشق. يستنثر. Полоскает рот, втягивает воду носом и высмаркивает эту воду. يغسل الوجه. Потом моет свое лицо полностью. ثم يغسل اليد اليمنى مع المرفق. Потом моет полностью свою руку от кисти до локтевого сустава. ثم يغسل اليد اليسرى مع المرفق. И также правую руку до локтевого сустава. ثم يمسح الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه. И потом проводится влажными руками по голове над там, где начинаются волосы и до затылка. ثم يعود مرة أخرى. Потом возвращается таким образом. يدخل سباحته في صماخي أذنيه. Засовывает свои пальцы в уши. يمسح بالإبهام ظاهرهما. И проводится указательным пальцем за ухом. ثم يغسل الرجل اليمنى. Потом моет свою правую ногу. مع الكعب. С щиколоткой. اليمنى ثم اليسرى. А потом левую. ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. А потом читает дуа, которая была от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. موجب نواقض الوضوء. Нарушающие омовение, то есть вещи, которые нарушают يعني омовение. أشياء إذا حدثت للإنسان وضوء أصبح باطل لا يستطيع أن يصلي فيه. То есть вещи, которые если произойдут с человеком, то его омовение нарушается. الخارج من السبيلين مطلقا الخارج من القبل أو من الدبر من الذكر أو من الأنثى أي خارج ناقض الوضوء. Во-первых, это то, что выходит из двух путей, то есть спереди и сзади. الثاني زوال العقل يذهب العقل سواء بالنوم أو نسعف السلامة بالسكر بالجنون مثلا نعم. Второе это уход разума, то есть если его разум, если он стал сумасшедшим или же он опьянел или же стал или же заснул. أكل لحم الجزور لحم الإبل. Третье это есть мясо верблюда.